Я для себя решил, что я путь избрал. Я ни с чем, с тем, что меня эта жизнь сопровождает, не должен соглашаться. Я должен так же продолжать бороться, как на свободе. Я должен так же себя вести, но уже в тюрьме. Это была образцово-показательная зона, была специально сделана. Как со мной один сидел человек, общий стаж у него был 23 года. Он сидел практически во всех самых страшных тюрьмах Советского Союза. И я у него спросил: слушай, а эта тюрьма какая, на твой взгляд? Он говорит: те были лютые, а это, говорит, спецлютые. Меня, как они избивали, тоже создали ситуацию. Меня там группа активистов окружила. Значит, сначала избивали заключенных, ставили на колени, их били, ломали руки, ноги. И они и говорили: вот это все за Мухтара Кабулыча. И все хором говорили: Мухтар Кабулыч, спаси нас. Умоляли там. Вот. Затем у меня очки не снимают, все нежно, аккуратно. Вот. Ну, человека там как бы распяли, бьют ногами и там еще чем-то так, чтобы... Не было следов? Ну, явных следов не было. Ну, поэтому черно так, тело потом просто чернеет полностью. А потом берут за ноги, подбрасывают в воздух, ты падаешь, потом и кидает. Фактически ты теряешь способность двигаться. Вот. Угу. У меня был достаточно длительный период в зоне, когда я не был в состоянии даже ходить. Просто даже с кровати встать было невозможно, я двигался ползком. Когда я принимал решение, что я добровольно сажусь в тюрьму, она мне давала сложно, но это, скажем, я это решение принял относительно безболезненно. Но решение выйти из тюрьмы путем переговоров для меня это было более сложное. Я испытывал, я скажу, такие страдания, огромные страдания. Я понимал, что если это не сделаю, я все равно здесь погибну. И моя жизнь, я считал, будет, ну, вот в этой условии будет бессмысленна. И моя смерть будет бессмысленна. Поэтому, когда я принимал решение выйти из тюрьмы, она для меня была более сложным в части принятия решения, более мучительным, более трудным. То есть, казалось бы, да, ты принимаешь решение и быстро выходишь из тюрьмы. А для меня это, я понимал, что это издержки, будет обвинение, что я предал политическую оппозицию, что я оказался непоследовательным, что, собственно, дальше и было, да? Но я считаю, что я принял правильное решение, и время показало, подтвердило это.